Добрый день, уважаемые ученики, покупатели моих видеокурсов, подписчики и посетители сайта. Меня зовут Тимофеева Тамара, я автор 5 обучающих видеокурсов по моделированию, крою и пошиву одежды. Сейчас лето 2017 года, и я хочу вам представить мой новый видеокурс по пошиву легкого шелкового платья, который мы назвали «Лето 2017». Это платье шито из шелка, вы видите его на манекене, оно полуприлегающего силуэта, рукава классические, но в этом платье есть фишка, которая называется «Волан полусолнца». Почему мы назвали так эту модель «Лето 2017»? Потому что одна из самых популярных деталей этого сезона – это вот такие воланы. У нас они идут по низу рукава и по низу платья. По полочке этого платья идут рельефы от плеча. Они доходят до самого низа. Мы их не прервали тут пришиванием волана. Волан начинается только в боковой части, и это вытягивает фигуру. Это дает лишние нам еще сантиметры роста. И это очень нравится любой женщине. Та же самая идея заложена в рукаве. Рукав двушовный. И передний шов рукава тоже не прерван. Он идет до самого конца. В нижней части рукава нет волана, и поэтому зрительно рукав мне кажется укороченным, хотя он 3/4, и длина руки визуально не укорачивается. Волан только вот в верхней части рукава. Давайте посмотрим на это платье, что оно из себя представляет со стороны спинки. Смотрим, какой вид имеет платье со стороны спинки. Горловина чуть приоткрыта. Видите, прекрасная, очень летняя горловина вот с такой небольшой, не с таким небольшим разрезом. И уже от разреза у нас с вами идет молния. Для чего мы так сделали? Во-первых, мы хотели разрез. Во-вторых, чем ниже молния, тем легче надевать платье. Молния по цвету подобрана точно под цвет вот этих вот таких кремовой основы этой ткани, поэтому мы ее очень сильно, она потайная, мы ее очень сильно не закрывали и оставили эту вот как бы вот такую вот полосу бежевого цвета специально. Не подумайте, что мы не закрыли этот замочек. Шов идет до волана, спинка абсолютно прямая, в смысле кроется по классической нашей базовой выкройке. Вот они, наши выточки на талии. И видите, платье не совсем в облипочку, оно вот такое. Шелк, он не хочет слишком сильно обтягивать нашу фигуру. Такое платье приятно носить. Рукав, вот наша выточка от плеча идет. Выточка от плеча перенесена в линию проймы, потому что нам так было удобно при крое. Вы посмотрите, почему это сделано. Великолепно сидит, рукав двушовный, хорошо посаженный, вот локтевой шов, и оборочка, вот видите, от локтевого шва начинается, сзади тоже ее нет, рука тоже вытянута зрительно. Вот такой вид имеет платье со стороны спинки. И посмотрим сейчас его как бы вид сбоку. Вид сбоку, вот так, видите, оно какое, да, у нас приятное такое платьишко, вот, не совсем прилипает в области талии, бедер и груди тоже, оно не сильно натянуто. Вот такой у него вид, прекрасный, очень нежный, элегантный, гармоничный вид сбоку. Сейчас мы с вами посмотрим это платье изнутри, что же там есть для нас интересного и как оно построено. Знакомимся с платьем изнутри. Вот так оно по лицевой стороне. Сначала вам покажу, как оно смотрится. Вот такая молния, очень низкая. А чем ниже молния, тем удобнее надевать платье. Закрываем молнию. И видите, молния не доходит до конца горловины, потому что платье летнее, шелковое, легкое. И мы решили сделать здесь разрез. И поэтому вот он разрез, вот пуговка. И получается, что у нас с вами молния, разрез, горловина. Это наша спинка. Спинка с лицевой стороны. Смотрим полочку с лицевой стороны внимательно. Очень сложно тут разгадать швы, потому что ткань
достаточно перегружена всякими маленькими крохотными полосочками, горизонтальными, вертикальными и прямоугольниками, но вы должны понять этот крой, почему это платье так хорошо сидит. Вот. Посмотрите, вот лицевая сторона. Если ваше изделие тоже будет иметь какие-то клеточки или полосы, то вот в этом месте, вот в области проймы полочки, вот только полочки вот тут, видите, тоже она из-за того, что у нас очень глубокая выточка верхняя, рельеф от плеча, здесь как бы косая линия возникает, такая же, как на воланах, на рукавах и по низу, видите, это красиво так вот играют переходы, это наша полочка, рельеф совершенно прямой. Рельеф не у нас здесь не прерывается на полочке, доходит до конца. Смотрим с изнанки наше платье и понимаем, для чего мы это сделали. Выворачиваем, еще раз понаблюдаем нашу спинку. Вот это наша спинка. Это вот наша горловина теперь с изнанки. Вот наша обтачка, она зафиксирована в плечевых швах, а здесь вот она таким образом обрабатывает горловину, что место как бы начала замочка тоже очень хорошо обработано обтачкой сплошной вот этой. Видите, как хорошо и удобно. Все закрыто, только здесь выходит замочек. Выточки вот наши от проймы. Вот таким образом. Просто выточки на талии. И вот здесь у нас сплошная линия пришивание волана, а на полочке этого вы не увидите. Это сделано специально. Видите, рельеф идет от плеча, идет, не прерываясь до самого низа, и только с этого места в боковых клиньях полочки начинается волан. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот эта вот вертикальная линия рельефа была до конца платья. Это вытягивает фигуру, потому что любая горизонтальная линия укорачивает наш рост, а это, конечно, нехорошо. И поэтому, видите, как хорошо, наша линия все-таки рельефа не прервана, а волан есть. Волан пришит вот сюда и на по спиночке он. Боковые швы в разные стороны обработаны из задних швов, а рельефные швы, они в одну сторону заглажены и обработаны вместе. Рукав тоже необычный, он у нас двушовный. И посмотрите, та же идея, что и в полочке. Вот этот шов передний рукава, он тоже не прерывается горизонтальной линии волана. Он до конца как бы проходит, зрительно вытягивая руку. Короткие руки, вы знаете, что это так же, как и короткий рост, для женщины нежелателен. Поэтому наш рукав, хотя он имеет длину 3 четверти и имеет по низу волан, он не укорачивает руку. Вот они эти, этот нижний клин, он полностью как бы во всю длину. А волан пришивается только к передней части рукава. Вот такие маленькие хитрости. Ну и, конечно, здесь есть фишки, это крой, обточный крой волана в полусолнце, как его рассчитать так, чтобы он вставился совершенно точно. Обработка наипростейшая на обыкновенной машинке, которая строчит одну единственную строчку. Чистейшая обработка воланов, вам будет показана такая технология. Технология необычной обработки вот такой именно горловины, где у нас подходит замочек, а потом разрез. То есть платье, оно имеет фишки свои. И самая, конечно, сложность большая и самая главная фишка этого платья, это первое, то, что оно сшито из шелковой ткани. Это всегда бывает трудно, потому что шелк, ткань капризная, она очень легко деформируется, очень выскальзывает быстро из-под пальцев, из-под иголочки. Вот. То есть навык шитья изделий из шелка, он нам нужен. И вот мы это будем с вами делать. И вторая фишка – это самая модная деталь этого сезона – волан на рукавах и по низу платья. Самое модное. Именно поэтому мы назвали наше платье «Лето 2017». Посмотрим еще раз на него на манекене. Приобретая мой видеокурс, вы приобретаете систему точного кроя,
по индивидуальным меркам, которые не требуют никаких формул и расчетов. Как и все наши предыдущие курсы, вы уже знаете нашу систему кроя, это европейская система кроя, простая и точная. Также вы приобретаете видеоматериал по сборке подробной выкроенных деталей. И также в этом курсе представлены дополнительные материалы для вас, такие как правильно рассчитать ткань на какую-то определенную модель, как влияет осанка фигуры на величину раствора выточки и прочие очень важные и нужные для вас моменты освещены в этих дополнительных материалах. Не устаю повторять, что все наши курсы рассчитаны на любую подготовку вашу профессиональную в плане шитья и кроя. Или вы начинающий портной, или вы продолжающий, или даже, может, очень опытный. Любой сможет по нашим курсам от начала и до конца создать ту или иную модель, ту, которая представлена в данном курсе. Мы создаем свои курсы для любителей шитья. Всех профессий. У вас есть уже какая-то своя профессия? Или, может быть, у вас самая важная и уважаемая профессия для женщин – вы домохозяйка, но вы очень хотите создавать одежду своими руками. Вот для вас мы создаем свои курсы. Они не для тех, кто хочет стать профессиональной швеей или технологом, или закройщиком. Нет. Вы любите шить, и для вас мы это делаем. Все 18 наших курсов, они не продолжение одного большого сериала. Нет, вы можете купить любой наш курс, и те, которые не покупали ни один курс, вы покупаете любой выбранный наш курс, и в этом курсе будут представлены все материалы для того, чтобы вам, человек, который никогда не держал ножницы в руках, иголку, но все-таки вы сможете от начала до конца, начиная со снятия мерок и заканчивая готовым изделием, сшить то, что мы вам предлагаем в каждом конкретном курсе. Все подробности по приобретению моего видеокурса описаны под данным роликом на сайте. Я желаю вам творческого вдохновения, желаю вам здоровья, благополучия. Шейте дома и будьте сильными и неповторимыми.